Добрый день, мои дорогие зрители. Сегодня я хочу показать, как я посетила стоковый магазин. В основном у меня сегодня примерки, платья и сарафаны. Ищу что-то на лето. Вот такое белое платье в горох себе нашла. Сейчас модно открытые плечи, бретели, разрезы. Но я очень женственна, конечно, в этом платье. Вот еще одно платье с таким шикарным разрезом. Но какие-то очень большие выкатые декольте. Немножко не по возрасту, наверное, для меня. Я все равно примеряю, платье приятное. Вот какой смешной пошив. Я прям женщина-колбаска. Ну, разве такое можно шить? Но я не думаю, что какую-то другую женщину это платье украсит. Конечно, я его не беру, но просто хочу вам показать, что столько потрачено усилий, ткани, и вот платье просто никакое. Так, примерка вот такого цветного платья плиссе. Очень оно веселенькое. Ну, не хватает в нем, конечно, длины. Я долго его примеряла и вот реально понимаю, что не хватает длины, несовременная. И эта длина короткая будет меня побить. Вот я еще раз его показываю вам. Красивая очень расцветка. Вот она меня, конечно, очень сильно подкупила. Я его еще раз примеряю для вас, посмотрите. И дальше отхожу. Ну, не купила это платье, сразу говорю. Понравилось вот это платье. Такой затейливый дизайн этого платья. Немножко укороченное в центре. Бока оттянуты с таким вот красивыми рюшиками на рукавах. Вот такие вот, смотрите, есть бубончики. Такое интересное платье. И, конечно же, декольте слегка великовато. Ой, оказалось, что я неправильно одела это платье. Мне придется его переодеть и еще раз вам показать его. Нравится платье, оно легкое, невесомое, можно в дорогу, для туризма, для поездки. Я его, наверное, возьму. В мире еще просто черное платье, такое в стиле кимоно. Вы знаете, это платье мне тоже кажется такой вот слишком женственное. Я становлюсь такая оперная певица Мария Максакова. Это платье типа комбинации, тоже с разрезиком. В общем-то, в нем ничего особенного нет. Была проблема в этом платье на спине. Мне понравилась вот эта еще полоска. Она такая косая, затейливая. Здесь есть проблема. Широковато у меня под мышками. Но я думаю, что это можно будет легко убрать. Ой, извините. Был переворот, подъем-переворот. Еще раз меряю платьице в горох. И вот такой мне понравился шикарный, конечно, костюм. Но он немножко маловат. Поставьте мне лайк. Заходите на мой